Всем привет! Сегодня 3 декабря. Приехали на базу покормить котика и посмотрим, какая сегодня погода между Голубицкой и Пересыпью напротив базы. Сегодня спускались с маяка. Азовское море штормит сильно, там сильный ветер. Сегодня порывы до 17 метров в секунду. Посмотрел прогноз погоды на день. Вот до плюс 6 градусов тепла всего. Ну, посмотрим, какая сейчас температура на градуснике. И посмотрим, какое Азовское море. Вот температура на градуснике плюс 4. Небо вот в таком состоянии. Но цветочки на клумбе до сих пор держатся. Листья с деревьев уже активнее начали опадать, еще где-то есть, но уже в основном листочков меньше. Сегодня Котя со Светой остались в кафе. Со мной не идут, потому что на берегу очень сильный ветер. Порывы тут, кажется, больше, чем 17 метров в секунду. Но я все равно выйду, сейчас покажу Азовское море. Что вот такая погода у нас между Пересыпью и Голубицкой. Всем пока. Котя, чё на море не пошел, а? Чё на море не пошел? Котика кушать есть, все насыпали. Да, Котя, иди кушай. Давай, что ты там? Иди. Во.